А здесь у нас будет новая привокзальная площадь. В ходе рабочего выезда на место будущих работ глава города лично рассмотрел проект реконструкции и обсудил с подчиненными предстоящие сложности. Мы нашли собственные средства, и помогла нам область после заседания правительства. Нашли 50 миллионов собственных средств, и 50 миллионов дает область для того, чтобы мы реализовали тот проект, который был выполнен администрацией в прошлом году. Реконструкция запланирована на начало лета, июнь-июль 2017-го. Объем работ немалый. В зону капитального ремонта попадают подземные и наземные коммуникации, линии наружного освещения, ливневки. Чтобы сделать привокзальную площадь максимально проходимой и комфортной для транспорта и пешеходов, будет организовано несколько специальных зон. Проектом предусмотрено выделение нескольких основных функциональных зон. Основной зоной будет являться, конечно, гостевая парковка, рассчитанная на 70 машин и мест для личного транспорта и такси. Это будет разворотное кольцо троллейбуса с участком временного стоянки для электрического транспорта, а также зона рекреации. Это зона сквера, зона предкрамовой зоны. В соответствии с архитектурными решениями отдельный въезд будет со стороны Шереметьевского проспекта, также с улицы Карла Маркса. Демонтируют старые трамвайные пути. По словам специалистов, все работы по благоустройству удастся выполнить, не перекрывая движение. Капитальный ремонт объекта будет происходить на 3 стадии. И в каждой этой стадии будет обеспечен полностью доступ как для личного транспорта, так и для маршрутно-транспортных средств на вокзальную площадь. С каких-либо значимых препятствий для доступа к железнодорожному вокзалу у жителей города не возникнет. Специалисты рассчитывают, что в сентябре этого года ивановцы уже смогут увидеть обновленную привокзальную площадь. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.